Продал все битки и купил тон. Эй, полив ТГ-канале, че с ней было потом? Не знаю, многие ненавидят его, но вот он может записать хорошую песню, когда захочет. Друзья, всем привет, вы на канале Добыча Крипты. В этом видеоролике я расскажу о новой социальной сети TonePlace, которая была запущена буквально недавно. И в этом видео я расскажу вам, как можно будет зарабатывать в ней прямо сейчас, выполняя совершенно несложные действия и получая за это криптовалюту Тон. Также будет прям пошаговая видеоинструкция, в которой я расскажу и объясню, как сделать регистрацию. И также покажу, как можно пополнить свой аккаунт, прям разложу все максимально по полочкам, просто быстро и легко. Поэтому, как вы уже понимаете, видео будет максимально интересным, полезным. Попрошу вас поддержать его лайком, и мы будем начинать. Поехали! И в начале этого видео я вам специально покажу потенциал заработка, сколько тут вообще можно зарабатывать, выполняя максимально простые и легкие действия. То есть, делая контент, вам за это будут платить Тон. Тонкоин, то есть это криптовалюта, о которой, думаю, уже многие знают. Это криптовалюта Паши Дурова, который сделал ее и остался в тени в данный период времени. То есть, за то, что вы делаете контент, вам будут платить. И вот человек пишет пост, например, да, что ему за сутки начислили 51 бакс за то, что он просто делает контент. В социальной сети там буквально 2-3 дня, и тем не менее она уже платит такие деньги за то, что вы просто делаете контент. Еще раз говорю, ничего сложного в этом нету, едем дальше. То есть тут видно, что человеку за 2,5 дня начислили 10 тонн. Это 26 долларов, если считать по курсу, который есть на данный момент. Далее мы видим, что баланс тут у человека 6 тонн. Далее, да? У кого-то тут тоже есть определенные начисления. Поэтому еще раз говорю, тема рабочая. Если бы она не была рабочая, я бы сюда не заходил, потому что многие мои зрители знают, что у меня получается зарабатывать от 1000 долларов в день в среднем. Да, я показываю это в телеграм-канале. Да, бывает больше, бывает меньше. Вот буквально недавно заработали 4000 долларов, где-то заработали 1600, где-то получилось 2, где-то 3. Ну, то есть плюс-минус от 1000 долларов в день получается. И поэтому заходить, например, да, в какую-то шнягу непонятно, но мне просто нет смысла и вообще, в принципе, рекомендовать какой-то проект я не видел бы смысла, если бы там не было потенциала для заработка. То есть люди находятся тут буквально вот пару дней, и уже есть такие хорошие результаты. Поэтому у каждого есть такая возможность зайти сюда прямо на ранней стадии и зарабатывать с помощью вот этого функционала, который тут есть. Да, конечно, это вся история пока на данный момент сырая, потому что только-только запустилась эта социальная сеть. Но давайте вспомним ВКонтакт, давайте вспомним Telegram и что мы видим сейчас. Поэтому спустя время главное терпение, главное делать какие-либо действия, и за это вы будете со временем вознаграждены. Далее переходим на официальный сайт Тон, опускаемся ниже, и мы видим, что тут есть вкладка «Социальные сети». Заходим сюда, то есть тут понятно, что это все идет официально, это все не какая-то там фейковая история, что кто-то придумал социальную сеть и как-то пытается за счет Дурова там пропиариться. То есть нет, есть все на официальном канале, вся информация находится в открытом доступе, вы сами можете зайти, посмотреть и все изучить. И теперь мы разберем один из важных моментов, который нужно понимать, за что мы будем получать тонкоины, то есть как мы тут будем зарабатывать. Мы будем зарабатывать за то, что мы тут выкладываем посты, и чем больше будет лайков у наших постов, тем больше мы будем получать за это небольшие отчисления в виде тоинов. Я чуть позже покажу, как это будет все наглядно выглядеть. Далее, да, мы также можем отправлять личные сообщения и прикреплять определенную цену, определенную плату за это. Об этом я тоже расскажу немножко позже и покажу, как это наглядно выглядит. То есть за это мы тоже можем получать определенные там тоины, которые мы там указываем в сообщении. Да, очень интересно придумали. Еще раз говорю, это только начало. Дальше это будет развиваться, и дальше эта вся машина будет превращаться в огромную экосистему. Я в этом вообще не сомневаюсь. Создатели контента получат ежедневную плату, то есть каждый день нам приходят какие-то там отчисления, да, небольшие, в зависимости от постов. То есть чем больше у вас постов, и также чем больше людей будет подписано на ваше сообщество или на вашу основную страницу, тем больше вы будете получать некие вознаграждения там за его покупки, за его доход. Ну, в общем, на самом деле очень классно все сделано, интересно сделано. И я же говорю вам, это только именно сырой вариант этого всего. Я думаю, дальше это все будет намного понятней и прозрачнее сделано. Давайте теперь сделаем регистрацию, и также я вам покажу, как можно будет пополнить свой аккаунт и, собственно говоря, приобрести подписку, которая стоит 2 тона. В данный период времени это там чуть больше 5 баксов выходит. Давайте я вам покажу, как это можно будет сделать наглядно. Итак, начнем. Для регистрации и покупки криптовалюты Тон мы будем использовать мобильный телефон. Также необходимо будет скачать приложение, которое называется TonPeer. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Это официальный кошелек
Тонкоина. Скачиваем его, есть на Android, есть на iOS, в общем, переходите по ссылке, обязательно скачивайте. И далее необходимо будет перейти также по ссылке, которая будет в описании под этим видео, в Telegram-бота, с помощью которого вы сможете быстро приобрести криптовалюту Тон, перевести ее на кошелек, который мы скачали, да, Тонпир, и затем с этого Тонпир мы переведем на наш аккаунт эти два Тонкоина. То есть, какие будут действия? Переходите по ссылке в бота, он будет в Телеграме. Это бот, который работает стабильно, нормально, и также вы с помощью P2P сможете приобрести криптовалюту Тон. Сейчас я вам покажу, как это можно будет сделать. То есть, переходим в бота, затем необходимо будет нам нажать Market. Далее нажимаем «Купить» и выбираем «Тонкоин». Выбрали «Тонкоин» и выбираем необходимую вам оплату. То есть есть Тинькофф, есть Payeer, есть Kiwi, WebMoney, Raiffeisenbank. Также есть еще вторая страница, вы можете там посмотреть, если вам из этого списка ничего не подходит. Выбираете необходимый способ оплаты, в моем случае это Тинькофф. И мы видим, что за один «Тонкоин» они хотят $3. То есть тут внизу у нас прописаны предложения. Я выбираю самое первое. Нажимаю «Купить». Затем я указываю необходимое количество тонкоина, которое я хочу купить. Я куплю 2,5 тона. Далее нажимаю «Создать сделку». Все отлично. Сделку мы создали. Также мы можем написать этому пользователю сообщение и узнать, он на связи или не на связи. То есть вот нажимаем «Написать сообщение». И я ему пишу, на связи он или нет. Далее, он уже принял сделку, соответственно, он на связи. Затем, необходимо будет, чтобы он посчитал, какую все-таки мне сумму отправлять, потому что буду отправлять ему в рублях. Вот, и сейчас я ему напишу, сколько необходимо будет отправить в рублях. И чтобы не терять время, пока я ожидаю его ответ, я беру и скопирую реквизиты, чтобы сразу ставить их в Тинькофф и, скажем так, не ожидать, да, там загрузки банка и тому прочее. Мы видим, что он сейчас пока будет рассчитывать приложение. За это время я перейду в Тинькофф и, собственно говоря, пока введу реквизиты, подготовлюсь к оплате. Вставляю номер карты. Мы видим, что получатель Андрей С. Затем мы ожидаем, пока он отпишется и укажет, какую сумму необходимо будет ему отправить. Так, все отлично. 565 рублей, 88 копеек мне необходимо будет ему отправить. Здорово, захожу обратно в Тинькофф, прописывая сумму. Далее делаю перевод, все, сумма отправлена. Теперь нажимаю «Оплата отправлена». Все, теперь мы ожидаем. Ожидаем, пока продавец проверит и исполнит сделку. Все, отлично, сделка завершена. Далее мы переходим в наш кошелек и видим, что он пополнен на 2,5 тона. Теперь необходимо будет этот тоин отправить на Тонпир. Здесь мы нажимаем «Получить», копируем адрес и затем вставляем его в сообщение. Нажимаем «Вставить» и жмем «Далее». Я нажимаю «Макс», нажимаю «Подтвердить» и ожидаю, пока деньги поступят на кошелек Тонпир, который, я напомню, мы скачали заранее. Обычно транзакция проходит очень быстро, и это не занимает там какое-то длительное время. Мы можем обновить кошелек и видим, что деньги поступили на наш кошелек. То есть у нас на балансе находится 2,5 тонкоина. Видим транзакции, то есть историю, да, пополнения. И теперь я вам покажу, как можно будет сделать регистрацию в самом аккаунте TonPlace, ну, в социальной сети TonPlace. Переходим по ссылке, которая также будет в описании под этим видео. Далее мы нажимаем «Войти через Telegram». И тут необходимо будет прописать ваш номер телефона, который привязан к вашему телеграмму. Прописывайте номер телефона. Далее мы заходим в Telegram, и в Telegram пришло сообщение. Заходим в него и нажимаем «Принять». И выходим обратно в наш браузер. Ну и так вот быстро проходит эта регистрация. То есть да, мы там далее вписываем данные, то есть это в принципе все максимально просто и быстро делается. И далее необходимо будет пополнить наш баланс. Мы нажимаем «Профиль», нажимаем «Баланс» и нажимаем «Пополнить». Далее у нас появляется вот такой кошелек и нажимаем «Отправить тон». Далее нажимаем «Открыть» и нас автоматически перебрасывает само приложение. Нажимаем «Подтвердить и отправить». У меня почему-то сумма прописывается 1, не знаю, может быть какой-то баг, но нам необходимо будет отправить 2 тона. То есть я просто сделаю 2 транзакции и покажу вам, как это все делается. Нажимаем «Подтвердить», также тут вводим наши пин-коды, Face ID,
и нажимаем продолжить. Здорово. И теперь делаем такую процедуру еще раз. Нажимаем подтвердить, продолжить и вводим пин. Все здорово. И теперь ожидаем, когда транзакции будут подтверждены. Так, отлично, первая транзакция прошла. И сейчас необходимо будет еще раз обновить. И мы видим, что вторая транзакция тоже должна была пройти. Так, поступил пока 1 тон. Обновляем транзакцию в кошельке. И видим, что еще 1 тон с нас списали. Все, здорово. То есть мы получили наши средства в личный кабинет. Выходим обратно. И теперь... Когда вы там заходите в какой-либо пост, он у вас будет в ленте там новостной или, скажем так, у тех людей, на которые вы подписаны автоматически, вы нажимаете «Приобрести подписку» и приобретаете эту подписку. Там абсолютно ничего сложного нету, досконально все это показывать не буду, потому что, еще раз говорю, у меня уже есть аккаунт и нет смысла там выходить и пересоздавать аккаунты. Вот так просто легко делается регистрация в TonePlace, ну и также покупка криптовалюты. Что касаемо самого робота, я им пользовался уже несколько раз, проблем с ним каких-то не было и какого-либо недоверия с моей стороны в нем нет. То есть деньги мне приходят, все хорошо, криптовалюту я продаю, покупаю и транзакции как бы проходят. То есть это не какой-то там скамный бот непонятный, да, на который вы отправили свои деньги и получить обратно их не можете. В общем, бот работает, но опять же, это не значит, что я там даю какую-то гарантию на этого бота. Это не мой бот, это не мое приложение, это просто, скажем так, приложение в Телеграме, которым я сам пользуюсь. Из мобильной версии мы переходим в компьютерную версию, потому что здесь намного проще объяснять и показывать, как вообще устроена эта социальная сеть. То есть тут мы видим главное окно, далее мы видим стену, в которой у нас появляются различные посты. То есть, да, вот тут мы можем опубликовать запись. Есть внизу просмотры, есть лайки, есть комментарии. То есть опускаемся ниже, ну и видим, что лента, она, в принципе, просматриваемая. Также мы видим, что тут есть количество подписчиков, которых нам подписываются. Далее есть даже люди, у которых галочки появляются. Как они появляются, еще пока я не знаю. Но думаю, чуть позже мы с этим разберемся. Также есть сообщество, то есть мы можем создать свое сообщество. И люди, которые будут на него подписаны, они будут вам отдавать, опять же, да, там какое-то определенное количество этих тонов. Собственно говоря, с помощью которых мы потом и сможем зарабатывать наш капитал. Также люди, которые лайкают и пишут комментарии, и подписываются также, да, под вас, они также вам отдают небольшое количество этих реферальных вознаграждений. Вот так эта штука работает. Далее нажимаем еще. Есть такая вкладка «Рефералы». Есть реферальная ссылка, которую вы можете скопировать и передать своим знакомым, чтобы они по ней перешли. И из этого вы будете получать 2,5% с покупок и доходов друга. Так это работает. Далее есть сообщения. В сообщениях вы можете отправлять кому-либо там свои сообщения, причем интересным образом. То есть, например, да, мне прислал какой-то непонятный чувак какую-то фотографию, то есть или конкурс, за что он просит, чтобы я отдал там 0,5 тона. То есть что это, непонятно. Если я нажму «Открыть», то с меня спишется вот это небольшое количество этих тонов. Соответственно, вы можете прикрепить какую-либо фотографию, предположим эту, да, написать сообщение, ввести стоимость, вот, да, пишем простое сообщение и нажимаем «Отправить». Соответственно, если этот человек откроет ваше сообщение и согласится с условиями оплаты, то вам на счет просто перепадут эти деньги, и вы так сможете тоже немного заработать. Опять же, да, как это все будет реализовано в плане мотивации, чтобы это люди делали, да, то есть чтобы люди реально покупали что-то, пока непонятно. Но это все в сыром виде находится, поэтому дальше посмотрим, как это будет все реализовано и как это все будет потом работать. Далее есть еще тут такая вкладка под названием «Баланс». Тут мы видим какие-то деньги, которые нам поступают на счет. Также видим начисления, также видим пополнения различные. И видим, что начисления нам приходят ночью. Вот в 3 часа ночи нам приходят начисления. Это тоже нужно понимать. То есть не просто там каждую минуту, каждую секунду, да, как человек выполняет какое-то действие, а приходят раз в день. Думаю, с этим все понятно. То есть действия максимально простые. Выкладывайте посты, делайте интересный контент, люди на вас подписываются, причем они подписываются очень легко и быстро. Тут есть вот такие обновления, в которых мы видим, когда к нам кто там либо подписался.
лайкнул, написал комментарий, сделал какое-либо действие, то есть все-все-все тут видно. Делайте активность, люди подписываются, и вы за это получаете деньги. Я думаю, это очень неплохо. Дополнительный доход – это реферальная система, то есть вы там прикрепляете свою ссылку или в соцсетях, с которых потом будут люди переходить, или там в Телеграм-канале, в YouTube-канале, то есть неважно где. Или вы можете, например, отправлять в личку сообщения, и те будут вам, ну, платить, да, то есть если у вас очень интересный, полезный контент, то, возможно, у вас что-то и приобретут. В общем, посмотрим, да, посмотрим, как это все будет работать по факту. Именно вот эту штуку с сообщениями я еще не тестировал, чтобы там у меня покупали что-то, да, то есть... Не знаю, ребят. Также с помощью ваших сообществ вы также сможете зарабатывать. То есть люди, которые будут на них подписаны, вы будете с этого получать какие-либо средства. Также есть новости, есть рекомендации. То есть, да, тут очень много всего. Я же говорю еще раз, эта тема только-только стартанула. Тут уже лайкают, тут уже люди общаются, пишут комментарии. Поэтому, ребят, переходите. Это только самое начало. Тут по большому счету пока особо сказать нечего, потому что система очень сырая. Я думаю, дальше будет больше. Все ссылки будут в описании под этим видео. Используйте эту возможность для того, чтобы в дальнейшем потом преуспеть. Да, как говорится, потому что тот же самый Инстаграм, тот же самый ТикТок, тот же самый Твиттер. Они же не были такими огромными мастодонтами, как сейчас. Все с чего-то начинали. Тем более мы знаем, что за этим стоит тот же самый Дуров, его команда, и у них есть огромный опыт создания соцсетей. Все, друзья, спасибо тем, кто досмотрел видео до самого конца. Я желаю вам успеха, профита, изучайте, разбирайтесь, зарабатывайте, и всего вам самого наилучшего. Всем пока!